Предлагаю вам отгадать, кто это изображен на картинке. Леонов. Леонов, правильно. А кто он сделал впервые? Полетел в космос, кажется. Какой? Открытый. Молодец. На старт. Внимание, марш. Корпус бери, вот желтый бери, магнитик, прилепляй. Молодец. Так, а макарик? Макарич. Время. Райком светит, двигаться нельзя. Что такое проезжая часть? Где идти, если нет тротуара? На какой свет могут двигаться машины? По рантану не к чаю, а в руках шофера. Как называется? Рабочее место водителя автомобиля. Водитель машины. Так, сейчас следующее задание будет у нас. Посмотри, перед тобой расположены знаки. Тебе нужно выбрать 5 знаков и назвать их. И за каждый правильный ответ будет дополнительный балл. Готов? Посмотри на знаки. Выбирай любой знак, переворачивай и называй его. Пешеходный переход. Молодец. Давайте посчитаем, сколько у нас баллов. Посчитайте, сколько. Марш, полетели. Внимание на светофор, смотрим. Отойдите с дороги. Давайте смотрим внимательно. Чуть-чуть отойдите назад, посмотрите еще на картиночку внимательнее. Thank you.